Всем доброго времени суток. Дикая лиса маркиза. Дневник приручения. Ну, зевает она. Соня. Вчера на том боку лежала, сегодня на другой перевернулась. За ней ухаживают. Давай. И что там? Что, мясо будем есть, нет? Мясо тебе свежее сварил. Дай. Это она взяла, выплюнула. Ну, свежее же, свежее. Делаешь-то, скажи, вот ты мне зачем прячешь на это? Кот залез сегодня, все съел у тебя. А кого-то, кого она делает, я ничего не понимаю. А? Ну, спрятала кусочек, остальное есть надо. Старательно так прячет. Ну и что, и зачем? Скажи там мне, зачем ты прячешь? Зачем ты все прячешь?